Приветствую, дорогие мои друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим послание духов предков сегодня, 17 марта. Всех поздравляю с Масленицей, всем желаю всего-всего самого лучшего. И будем смотреть, как карты все-таки сегодня говорят. Один расклад был, карта масок, да? Третьи лица. На кого-то смотрите, на кого-то благодаря третьим лицам. Даже какое-то заболевание. Ух, тут вам кто-то причинял сколько бед и неприятностей. Ну, все здесь идет возмездие. Воин. Мало того, что, смотрите, как карта ступени вверх, воительница, императрица. Мало того, что вас показывает императрица еще. Карта воительницы, император, императрица, мужчина. Возмездие идет. Вот этим третьим лицам. Так, ну так у меня не получится. Положим вот так сюда. Добро и зло, карта маски. Бумеранг идет не очень хороший. Кто-то делал чистки. Бумеранг идет маскам. Борьба добра и зла заканчивается. Трансформация, изменения. Бумеранг у кого-то может быть очень тяжелым для кого-то. Кто-то выйдет из одиночества. Кому-то как подарки какие-то судьбы начнут даваться потихонечку. Потому что, смотрите, здесь карта бумеранга. Здесь карта возмездия. И вот они, вот он треугольник. Эти лица могут быть здесь кто угодно. Смотрите по своей ситуации. Но вот этим третьим лицом идет возмездие. Будет оно тяжелым здесь по этим картам, можно сказать. Вот такое было вам послание сегодня. Это послание не на сегодня. Оно актуально, когда вы будете смотреть. Но сегодня вот говорят карты так. Всего вам доброго.